Привет всем, девочки. Я попала в женский рай. Я нахожусь сейчас на другом континенте. Посмотрите, какой весь магазин нашла. Корзиночки плетеные, всякие разные красивенькие, сшитые корзиночки. Всякие разные штуки для рукоделия, булавки всех видов, которые надо будет. Наклейки. На, бери. Все, что угодно. Да. Я вам сейчас прям рядочки покажу, что здесь есть красота какая. Смотрите, какие корзиночки классные сделаны. Вот это то, что надо было, то, что я в Египте хотела на стол поставить, на комод. Сердечко так миленько. Ну, фоторамочки всякие. Вот, тесемки любых видов, любых размеров, любых цветов, сердечки тематические, да? Такие закочки. Девочки, а ткани? Посмотрите, сколько ткани. Просто посмотрите, сколько ткани. Это же просто швейный рай какой-то. И цены такие актуальные. Ну, смотрите, вот 59, это примерно 170-180 на наши деньги рублей. За метр получается. Вот, всякие. Да, еще есть даже 20 песо со скидками. 70 рублей. Ой, смотрите, из камней сделаны подставки. Вот это да. Здесь, короче, ценится, да, рукоделие? Раз здесь такое количество всего. Цветов, конечно, коробочки всякие разные. Смотрите, миленькие коробочки. Для подарки делать или что-то дома хранить. Такое ценное, интересное, важное. Для подарков шикарно просто. А цветы, смотрите, какие красивые цветы. Не траурные, такие надгробные, знаете, а настоящие, красивые. Декоративные цветы. Можно, конечно, живые, но можно и вот такие тоже использовать для украшения. Очень красиво все. Очень. Ой, ну а здесь для аквариумов или просто для декоративных штук всякие бусины. Ой, девочки, ну это точно рай. Для дизайнеров, интерьеров. Кто любит всякое такое. Хендмейдовское. Очень милые, красивые штучки. Вот всякие желе, камушки, пожалуйста. Я в восторге. Ой, смотрите, как много вот этих вот. А вон вазы, да, различные вазы. Ну или аквариумы те же, да. Там, хоть для рыб, хоть не для рыб, хоть для цветов. Подсвечники, всякие подставочки, корзиночки. Девочки. Это просто что-то с чем-то. Я в восторге. Такой красоты давно не видела. Вообще никогда точно не видела. Банки шикарные для хранения продуктов. И вообще, вот представляете, как классно. Все, покупаешь сыпучие на рынке, да, или в Walmart у них можно купить и присыпать прям в железные банки. И это всего лишь Мексика, друзья. Это даже не Штаты. Вот так вот. Все вот для всяких декоративных рукодельных вещей. Горшочки. Я про это, конечно, вообще молчу. Вазочки, пленки различные. Ну, в общем, вы видите, без комментариев, да? Маленькие цветочки. Какую можно красоту наделать дома или вообще не только дома. Сейчас к тканям еще перейдем. Целый отдел огромных таких штук. Интересно, найду ли я здесь какие-нибудь нити вощеные? Для своего творчества или нет. Вот здесь таблички можно всякие делать. Угу. Безмерное количество стекла. Расписывай как хочешь его. Шарики, баллоны всякие. Посмотрите сюда. Здесь различные шкатулки деревянные сделаны, которые можно расписывать как угодно. Комодики, шкатулки. Расписываешь для себя или в подарок, или даже на продажу. Это потрясающе, девочки. Буквы, опять же, да, разные можно. Свадьбу делать, подарки. Вот такие штуки сделаны тут. Шкатулки. Очень круто. У меня нет слов просто. Я в России никогда такого не видела. Может, оно где-то и есть в Москве. Но я не видела такого ни в Екатеринбурге, ни в Санкт-Петербурге. Никогда. Клеевые пистолеты. Пожалуйста, их тут тонна просто. И клей, пожалуйста. Разных размеров и разных фирм. Краски.
Любые. Перламутровые, блестящие. Различные красители. У меня нет слов, я просто в шоке. Короче, у меня заканчивается место на телефоне. Смотрите, вот это все из пенопласта. Вот это вот всякие штуки для вязания. Это тоже все для вязания пряжи. Это различные бусины и все для плетения, для бисера, пуговицы, шитья. Всякие нитки. Это просто нитки, друзья, и всякие ленточки. Это всякие бусины, тесемочки, ленточки и все такое прочее. Это пяльцы на любой размер. И начинаются ткани. Их просто безмерное множество. Их просто много настолько. Это для всего. Для одеял, для подушек, для диванов, для платьев, для костюмов, для штор. Ну, для всего. Пэтчворк, нетворк, что вы хотите. Клеенки, пожалуйста, красивейшие. Просто я... тюль для свадебных платьев. Я не могу, у меня нет слов просто. Такого никогда не видела в своей жизни.